Пабло Хэрдс, который находится на Горького 36. Вот, и последний месяц мы столкнулись с крайне неприятной ситуацией, которая заключается в том, что по нашим окнам стоят проезжающих машин. Вот, несмотря на наши неоднократные заявления органы внутренних дел, реакции не последовало, несмотря на то, что мы предоставляли каждый раз видеозаписи, то есть происшествия, и в ответ приходят только отписки. Соответственно, никаких действий не предпринимается, нам чуть ли не текстом заявляют, что это ваши проблемы, ищите сами, те, кто это сделал. Ситуация крайне неприятная, я думаю, что мое обращение как-то поможет воздействовать на розыск этих людей.